Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему «Кого, с кем сведет судьба?» Какого человека ведет к вам судьба? Какого мужчину? С кем закончится ваше одиночество? Мы смотрим на человека, с кем вы, как женщина, будете счастливы. Итак, мои дорогие, давайте начнем. У нас один вариант, если вы слышите в начале расклада, что информация о вас с вами резонирует, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другое видео. Итак, давайте посмотрим. Вы сейчас, в сегодняшнем дне, ваше состояние сейчас. А вот смотрите, как карты сразу показали, что прошлое останется в прошлом для тебя и ведут к тебе короля мечей. Король мечей тебе как ниточка по судьбе. Вы посмотрите, как у нас неожиданно развернулся расклад. Прошлое останется в прошлом. Не плачь о потерянном. Не печалься о том, что украдено, или то, что как время ушло, да, позади. Потому что впереди, да, сама судьба, счастье, колесо ведет к тебе вот именно этого человека. Короля мечей, возможно, воздушная стихия. Да, то, о ком мечтаешь, и, возможно, ваша встреча уже предрешена с этим человеком. Ваша встреча с этим мужчиной предрешена. Да, он станет твоим императором. Вы только посмотрите, это очень сильная карта. Она, знаете, так особым способом заряжена. И я вижу, что карты сразу, знаете, как конкретно на вопросы. С кем закончится твое одиночество? И сразу нам вышел мужчина. И идет вот ситуация, что оставь, не плачь за прошлым. Не плачь за прошлым. Король мечей, как ниточка судьбы, приведет тебя к нему, его к тебе, да. И это человек, который, как знаете, как звездами предрешено ваша встреча, что он станет твоим императором. Интересно. Этот мужчина, возможно, как издали, да, придет в твою жизнь для партнерских отношений. Как издали, как приедет, как преодолев какой-то путь, появится в твоей жизни. Да, будешь... Вы знаете, что вы с этим человеком очень как-то быстро найдете общий язык. Будет вам с ним очень хорошо. Я вижу, что человек свободен, буквально, да, свободен. И я вижу, что, знаете, для кого-то может пройти, что вы уже знакомы с этим человеком, потому что он как прямо вырывается. Возможно, очень близко время, которое предначертано, да, этим людям навстречу. Очень вот сегодня прям неожиданно идет расклад. Свободный мужчина, я вижу, что он может проявляться и будет проявляться очень активно, и открываться перед вами очень нежно будет этот мужчина. Да, но это то, чего вы ждали. Это то, чего вы ждали. Очень интересно. Давайте посмотрим. А вы сейчас, да, для кого вообще, кому этот мужчина идет, вот этот король мечей? Кому он предначертан? Что за женщина, да, здесь? Вот, да, ты ждешь любовь. И планы твои осуществятся. В полнолуние, девочки. Закончится ваше одиночество в полнолуние. Возможно, встреча, да, вот приедет человек в полнолуние. Будет полная луна, когда произойдет ваша встреча. И ты планируешь, ты мечтаешь, ты ждешь, но это все равно будет для тебя неожиданным. И, возможно, в жизни твоей поменяет абсолютно все планы. Да, потому что счастье спешит в твою жизнь. Счастье вот в полнолуние, девочки. Одиночество ваше завершится вот именно в полнолуние. Встреча с этим человеком произойдет в полнолуние. Возможно, это будет какой-то рубеж, да, рубеж времен года. То есть это... Когда ты как планируешь в новый сезон, когда ты входишь в новый сезон, это какое-то межсезонье в полнолуние. То есть это может быть пересечение времен года, да, то есть лето, весна-лето, лето-осень, осень-зима. И вот в этом, да, конец одного месяца, начало другого месяца.
другого времени года, и в полнолуние произойдет встреча ваша с этим человеком. Как знаете, в полнолуние врывается вести, да, о счастье, врывается счастье, как в твою жизнь. И планы на будущее, и человек, с которым будешь счастливой. Ну, покажи мне, да, сейчас, покажи мне, сейчас эту женщину покажи мне. У вас вроде бы все есть, знаете, все есть, как в женщине все есть, но перемены, да, они как грядут в вашей жизни. Я вижу, что вы очень как защищаете щитом, надеетесь, возможно, где-то на себя, очень может быть женщина, которая сосредоточена на чем-то, да, то есть у нее есть и ответственность, она как-то, покажи мне эту женщину, ну сила в ней есть, все изменится, сила приходит в твою жизнь. Вам сейчас как тяжело, и возможно у вас ощущение, что я как против всего мира, да, но жизнь твоя очень резко изменится, да, это будет как молния, приход этого человека будет как молния, и ты обретешь, да, вот эту силу, необходимую для тебя в этом мужчине, то есть ты как женщина и останешься женщиной, а этот человек как сила, как защита, да, как мощь, а он придет в твою жизнь. Да, а сейчас, да, сейчас у тебя сложный период. Более того, я вижу, что у вас есть какая-то, ну вот есть мужчина, который, возможно, претендует на ваше сердце. Как-то вот, возможно, были у вас с этим человеком отношения, да, и как каких-то... А вы ждете перемены, вы ждете перемены, вы ждете чего-то другого. Возможно, да, в отношениях каких-то предыдущих вам было тяжело. Но я вижу, что очень быстро вы как-то выйдете из этих отношений, обретете гармонию именно вот с новым партнером, с новым мужчиной. Вы сейчас, вы в сегодняшнем дне, покажи, в борьбе женщина находится, тяжеловато ей. Вы знаете, видите какую-то угрозу, знаете, как от всего мира. Конфликтная какая-то вот ситуация вообще, да, то есть, возможно, сейчас, как растрепанные какие-то нервы, возможно, да, и вы как в поиске какой-то гармонии желаете оставить вот прямо прошлое в прошлом. Но я вижу, да, вот как сразу... Пошло, не печалься о прошлом, не плачь о прошлом, не плачь о утерянном и о том, что как украдено у тебя, потому что идет новый мужчина, которого судьба ведет в твою жизнь, который прописан тебе и который станет твоим императором. Ну хорошо, хорошо. Покажи нам женщину сейчас, в сегодняшнем дне. Угу. У вас какой-то момент завершения. Вот момент завершения очень может быть, что вы сейчас вот в старшем аркане Верховной Жрицы, да? То есть вы находитесь как будто на лезвии ножа. Прекрасно, интересно, да? Вами любуется. Но вот, вот этот момент никто, знаете, как не подаст руку, чтобы сойти с этого лезвия ножа. Я вижу, что вы привлекаете очень мужчин. И вижу какую-то завершенную историю в вашей жизни. Возможно, это предыдущие отношения. И, возможно, сейчас еще тянет, да, но вы очень стараетесь найти вот этот баланс, гармонию в себе, уйти, уйти от прошлого, да. Возможно, еще есть какая-то печаль. Но, тем не менее, вижу большую силу в вас, как в женщине. Возможно, даже присутствуют эзотерические знания. Более того, знаете, какая-то, возможно... Это правильно, понимаете? Вы, возможно, где-то печалитесь о чем-то ушедшем из вашей жизни, да? Но показывает карты, что это как было тоже как предначертано, прописано, да? Ты как свою роль в жизни этого человека исполнила, а он свою роль в твоей жизни исполнил. Свои уроки вы как получили, да? И сейчас ты уже готова. Готова встретить того человека, который тебе вот предназначен, который станет твоим императором. Ты готова принять настоящую любовь. Давайте посмотрим еще. Да? А эта любовь, она сама придет к твоему порогу. Вот видите, девочки? Любовь придет к вашему порогу сама.
И будет, знаете, как просить шансов войти в твою жизнь. А вы, возможно, где-то, да, после пережитых каких-то ситуаций, моментов в своей жизни, немного как холод вокруг вас, да, то есть вы не отдаете свое тепло, вы как-то уже умудрены опытом, да, закрыли где-то какие-то моменты, да, присутствует недоверие, присутствует холод, но вот идет момент, а ты готова, и любовь придет к твоему порогу буквально, придет просить шансов, придет просить твоего внимания и твоей любви. И опять выходит старший аркан Луна. Девочки, действительно произойдет знакомство с человеком, который вам по судьбе, с которым закончится ваше одиночество, и который действительно станет для вас опорой. Эта встреча произойдет, когда будет полная Луна. Очень мне проходит именно момент, как полная Луна. Это прямо встреча, знаете, вот когда, вот именно тот день, когда первый день полной Луны. Вот, возможно, да, вот, например, там, Луна в полную фазу входит в определенное время. И очень близко, да, то есть это может быть вечер, это может быть день. Но именно как это будет очень близко к полной Луне. И это действительно межсезонье. Межсезонье. Любовь придет просить шансов. Любовь придет к твоему порогу. Ты будешь открывать любви дверь. Именно в полнолунии, девочки, уже второй раз повторилась информация. Очень интересно, очень. Ну, давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим на этого мужчину, который... На этого мечевого, да? Что он привнесет в жизнь вашу. Как этот мужчина, давайте посмотрим, как этот мужчина увидит вас, да? Вот я вот хочу посмотреть, как этот мужчина вот увидит вас. Как увидит вас этот человек? Не запланировано. Возможно, этот человек будет в какой-то поездке, да? То есть он куда-то будет спешить ехать. Очень возможно, что именно... Знаете, это какая-то резко возникшее чувство будет к вам. Резко возник. Вот он идет как человек, который должен приехать, который должен появиться где-то в вашем окружении. И четко проходит момент, что человек, как сама любовь, стучится в вашу жизнь, стучится в вашу дверь. Да. Он придет с любовью, этот человек, знаете, и он как приходит, сжигая мосты, вы будете сжигать мосты в прошлое. И опять мне вот выходит прямо фаза Луны. Да, это как ты свои уроки прошла, и пришло время новому входить в твою жизнь, входить в твое пространство. Я вам скажу, что этот человек, он появится... Вы знаете, эта вот полная Луна, она может показывать какую-то вот прямо полноту вашей жизни. Вот, например, сейчас у вас есть какие-то моменты, да, и вы в какой-то борьбе, и, возможно, кто-то думает, да, хочется очень отношений, да, но вот и то, и то, и то, и как-то я вот в суете, и как-то... А здесь я вам скажу, что у вас будет такой период, когда вы действительно оставите все хлопоты позади. Вот какой-то момент встречи с этим человеком, все ваши хлопоты, они как-то уходят на второй план. Жизнь очень сильно будет меняться. Вот этот человек появится, и ваша жизнь кардинально начнет меняться. И даже она будет меняться, как знаете, вообще в таких сферах, которые не относятся к этому человеку. То есть, например, вы работаете на работе, да, например, суета жизненная, беготня жизненная. Вы знакомитесь с этим человеком, у вас сразу может пойти повышение, новое предложение какое-то, новое какое-то вливание, да, то есть какой-то момент прорыва общего. У вас как все начинает набирать полный, знаете, как полные ведра, да, вот начинается в жизни, жизнь начинает наполняться. Как этот человек увидит вас?
Как этот человек? Во-первых, вас ему как покажут. Сложатся такие какие-то обстоятельства, непредвиденные вот в жизни этого человека. То есть он не планировал туда ехать, да, вообще у него вот нет таких планов, но сама судьба распорядится так, что ты должен туда поехать. Да, ты должен ее увидеть, потому что вот она, да, та женщина, с которой ты можешь осуществить любое свое желание, любую свою мечту. И вы знаете, это знаете, как встреча ваша, она будет вот действительно как предначертана. Потому что здесь вот идет момент, что при встрече с этим человеком вы опустите свой меч, вы опустите свой щит, вы откроетесь как женщина, как прекрасная женщина, которая может одарить, да, человека. Какой он вас увидит? Давайте посмотрим. Ой, женщина для счастья, для любви. Очень у вас будет приятное общение. Оно как-то завяжется вот сразу у вас с этим человеком. Да, и вы знаете, и на прошлом поставит какую-то точку. Вот идет момент. Момент вашей встречи, момент вашего знакомства, это какой-то момент, когда начинаются новые отношения, а прошлое как завершается, да, завершается какой-то этап в жизни, начинается полнейшая трансформация жизни, начинается новый виток, новая вообще, знаете, как новый уровень вообще начинается. Очень вам будет приятно с этим человеком. Буквально, знаете, как радуга, радостно очень. И вы будете полны жизни. Потому что, знаете, вот этот человек, он с такой энергетикой придет, с таким, знаете, ярким вливанием в вашу жизнь. И вы будете наполняться очень энергией рядом с этим человеком. Вам будет с ним хорошо, и вы четко будете понимать, что вот оно, да. Это не какие-то прошлые отношения. Это не какая-то, да, то, что было. То есть здесь идет момент, что с этим человеком вы как будете проживать что-то как в первый раз. То есть таких каких-то эмоций, таких переживаний, такой заботы, возможно, от мужчины, как от него. Вот это как будет первый раз. И вот это ощущение четкое, да, что это мой мужчина. А вас, вот, да, впечатление, вот и у мужчины будет такое впечатление, что это моя пара. Это прямо, знаете, мой олененок, да, это моя счастливая судьба. И прошлое как закончилось, закончился какой-то этап в жизни, пришла конкретная перемена, да, со встречи с этой женщиной наступила конкретная перемена. Как он вас увидит? Давайте посмотрим. Мне идет момент неожиданного какого-то приезда этого человека. Он очень неожиданно для себя появится в вашем пространстве. И здесь идет, знаете, такая ситуация, что неожиданно какая-то, что-то непредсказуемое произойдет, потому что его как ведут к вам. Ведут и покажут не щит и меч, да, которым вы, возможно, прикрываетесь от, скажем так, наглых мужчин, а покажут вас, знаете, как женщину, рядом с которой осуществляется желание мечты. Ой, да, ну да, вот смотрите, карты перевернулись. По справедливости это женщины целый мир. Вот как этот мужчина вас увидит? По справедливости это новая жизнь рядом с этой женщиной. Вы ему очень понравитесь и сразу. И при первой же встрече это будет особое притяжение. Я бы даже сказала, что да, это встреча своей судьбы. Это, знаете, как по справедливости старший аркан мир. Все начинается сначала. Все начинается по-настоящему. Потому что вот предыдущие какие-то отношения, да, это жизнь. Но это были как некие ступеньки, это были какие-то уроки, это были какие-то кармические проработки. Для того, чтобы рассудить по справедливости, достойны ли люди, да, на большое чувство. И я вижу здесь, что прямо встреча с вами для этого мужчины, это вот как по справедливости, да, вот прошел момент трансформации, вот после встречи с этой женщиной прошел момент трансформации, и по справедливости начинается новая жизнь. Новое вообще, вообще новое, да. Ну, давайте посмотрим еще, да. Давайте посмотрим именно вашу встречу. Посмотрим вашу встречу, как она произойдет. Я вижу, что здесь человек прямо приезжает. Приезжает человек. Какая-то поездка будет. Да, это дорога.
Эта дорога непредсказуемая, то есть она набирает хода, куда она ведет, человек как не знает. Он планирует одно, но судьба его тянет совсем в другую сторону. И вы знаете, вы как будете чувствовать, вы будете в предвкушении, вы будете как чувствовать, что близко, да, что-то должно произойти, предчувствие какое-то будет у вас. Но здесь конкретно вы как занимаетесь своими делами, да, вы живете своей жизнью. И для вас, возможно, это будет абсолютно обычный день в вашей жизни. А этот человек, он действительно, как оказывается, рядом очень неожиданно. Сама судьба, да, сама судьба приведет вот этого человека к вам. И действительно, это неожиданность прямо такая, знаете, такая неожиданность. Я вам даже скажу, такой может быть момент, что этого человека, я вижу, что у него хороший какой-то транспорт, у него новый хороший транспорт. И неожиданно этот транспорт, понимаете, просто он останавливается как. Вот посмотрите, да, транспорт останавливается. Для того, чтобы как он останавливается, для того, чтобы как испить воды, для того, чтобы, возможно, или покушать где-то, или отдохнуть, да, он может вообще, да, с каким-то остановиться и просто обратиться к вам с каким-то вопросом, как куда-то проехать, где здесь хорошее кафе, знаете, чтобы перекусить, потому что человек как находится в дороге. Здесь идет резкая остановка, этот мужчина как резко остановится возле вас. Возможно, вы где-то и работаете, да, в таком каком-то заведении, возможно, вы будете где-то рядом, да, возможно, он зайдет в какое-то ближайшее заведение, да, чтобы спросить, как можно проехать, где можно здесь остановиться, да, потому что я как уставший, он как будет уставший, он как будет с дороги, этот мужчина. И как, да, хочу отдохнуть, хочу испить воды. И в этот момент он вас увидит, этот мужчина. И вот кажется, да, вот ехал человек, а вот сама судьба остановит его в том месте, да, где находитесь вы. Там, где вы, знаете, возможно, очень часто бываете. Возможно, это какое-то и заведение, кафе, да, где вы пьете кофе, куда вы, или какой-то магазин, где вы часто ходите. А этот человек просто зайдет купить воды, потому что он как бы в дороге, да, уставший, и желает где-то вот как остановиться и отдохнуть. И в этот момент этот мужчина вас встретит. Ну, давайте посмотрим еще. Ваша встреча. Очень как-то увлекающий прямо такой момент. Вы знаете, что, да, человек идет как уставший, тяжелую ношу несущий, да, то есть это человек, который вот, возможно, долго в пути находился, да, или какой-то переезд, возможно, даже перелет. И как-то вот какая-то усталость в нем будет, и вы знаете, что он в вас как увидит какую-то, знаете, надежду, какую-то надежду увидит человек. Боже, он увидит прекрасную женщину. Он просто, знаете, где-то как закрыты глаза, да, вот весь такой уставший, весь такой где-то измотанный, да. Почему-то мне идет, что человек как с длинной дороги будет. И я как давно не видел такой красивой женщины. Вот о чем. Я давно не видел, да, вот как много женщин, но не видел я такой вот красивой, как эта. Давно я не видел таких красивых женщин, такую красивую девушку. Вы очень ему понравитесь с первого взгляда. И да, вы знаете, что, возможно, это место для человека какое-то, как новый город, да, возможно, он не очень там ориентируется, да, или в каком-то районе не очень ориентируется. И он, знаете, как возможно, да, не могли бы вы дать свой номер телефона, да, чтобы как-то, возможно, я мог что-то спросить, да, что-то как-то обратиться к вам. Но это будет не по причине, что он плохо ориентируется. Возможно, он очень даже хорошо ориентируется в том месте, где вы с ним встретитесь, да. Но просто это будет повод взять у вас номер телефона. То есть он как-то заведет с вами разговор, и, возможно, да, как-то вот номер телефона, возможно, да, мне вот нужно будет что-то спросить, а вы здесь местная, чтобы я мог к вам обратиться, да, то есть вот такого будет плана, но сам он будет думать, я давно не видел таких красивых женщин. Ну, очень интересно, ну, а давайте посмотрим именно его, да, что вот он сам из себя представляет. Я вам скажу, что очень привлекательный мужчина,
очень красивый человек. Вообще, да, по своей внешности это такой подтянутый, нет лишнего веса в этом человеке. И, возможно, да, вот он длительное время поддерживает форму. Это мужчина вашей вековой категории. У вас может быть разница с этим человеком, но, возможно, очень такая незначительная. Для кого-то даже может пройти, что этот человек может быть вот, ну, на 2 года даже и моложе вас. Но для большинства может пройти, что это все-таки мужчина вашего возраста, да, так как он как сразу вас видит, да, ну, как очень... Я даже вам скажу, что он не будет задаваться этим вопросом, но здесь идет момент, что это мужчина вам прямо вот как по судьбе, и он вам очень подходит. И очень ваши ниточки как бы рядом будут находиться, да, то есть вы сейчас 2 параллельных дороги. Но будет вот этот момент, да, вот этой неожиданной такой встречи, когда ваши ниточки сольются в одну. Когда ваши дороги сольются в одну. Вот эта параллельность вот этих ниточек, да, вот как мне показывает, это показывает одну временную линию, да, одно время вашего какого-то жизненного пути. То есть у вас очень такая, может быть, минимальное расстояние в возрасте. Это могут быть даже месяцы, да, то есть кто-то от кого-то там месяц, 2, 3, полгода, да, то есть разница даже может проходить. Очень, очень такая незначительная разница. Но я вам скажу, что и может проходить, что этот человек может быть и немного постарше, немного помоложе, но ваши вот временные линии, они как-то очень близки. То есть это идет момент, что вы с этим человеком, ну вот в одной вековой категории будете находиться. И у вас что-то будет очень похоже. Возможно, да, цвет глаз. Возможно, да. Вы даже внешне чем-то, знаете, будете как парными, будете как похожи чем-то, будете что-то в вашей внешности. Возможно, цвет волос, возможно, это цвет глаз, это какой-то вот такой момент. Но я вам скажу, что в паре вы будете выглядеть очень хорошо. Но давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим именно этого человека. Он может заниматься документами. И я вам скажу, что у него очень перспективное будущее. Это такой думающий человек. Да, он вышел нам мечевым. Это может показывать и человека, который так или иначе связан со службой. Да, он может носить форму. Он может ходить в костюме. То есть у него есть какой-то... Это не такой casual стиль. Да, это не там шорты на работу. Это человек, который придерживается каких-то правил. То есть это может быть униформа, это может быть человек связан с медициной, это может быть мужчина связан с военной какой-то службой. Но он прямо, знаете, такой уверен очень в себе. Очень такой уверенный. Возможно, это документы. Мне, конечно, проходят девочки больше... Это работа в какой-то большой организации, большой фирме, возможно. И у него есть момент карьерного роста, потому что он из, знаете, короля мечей выйдет в императоры, да, то есть у него очень будет большая перспектива в будущем. Сейчас этот человек действительно может, да, вот быть причастным к какому-то, ну, он как в форме. Так или иначе, это форма какая-то одежда, какой-то дресс-код существует. Очень, знаете, какой-то порядок в его жизни существует, да, то есть это какая-то очень такая работа, отпуск, да, то есть число в число зарплата. У него вот какая-то есть момент организованности по жизни его. Ну, давайте посмотрим дальше, давайте посмотрим, что у тебя в материальном плане, да, давайте заглянем такой вопрос. Ой, девочки, по старшему аркану мир очень хорошо, очень, очень даже может пройти, что этот человек часто выезжает за границы, да, часто путешествует, возможно, имеет возможность поехать куда-то на отдых, то есть у него в материальном плане очень хорошо, более того, вот это дерево, да, его материального достатка, оно как пускает корни, оно будет крепчать. В материальном плане очень прочно этот человек стоит на ногах, и вот, вот нет предела, понимаете, то есть его вот это дерево,
скажем так, материального достатка, оно будет крепчать, да, оно будет большим, оно будет крепким, зеленым, да, то есть здесь непосредственно вот в материальном плане у этого человека все даже очень будет хорошо, да, и вот существует вот этот баланс, да, вот о котором я говорю, то есть здесь идет момент какой-то четкости, да, понимания, что вот придет число, придет зарплата, да, что есть финансовый доход, что есть вот этот баланс, существует. И нет вот этого момента, что вот все, да, 3 недели до зарплаты денег нет. То есть это не об этом мужчине. Он очень даже вот в финансовом плане, он очень хорошо себя чувствует и очень хорошо умеет управляться финансами, да. То есть в этом плане он даже очень мудр и очень умен. И я вам скажу, что да, здесь показывает карты, что он умеет заработать именно деньги. Это не то, что, знаете, там лежу, плюю в потолок и денежка сыпется, да. Здесь именно заработать, разоружить каких-то своих конкурентов, разоружить каких-то своих, да, недоброжелателей. Это очень такой умный и продуманный человек. И, возможно, сфера его деятельности подразумевает очень такую, ну, рассудительную форму мышления, да, то есть это такой думающий человек, возможно, очень даже, что его сфера деятельности именно умственная, то есть он зарабатывает головой, потому что, да, это как вырабатывается какая-то стратегия, разоружить, от кого защититься, где можно наступать, как нужно действовать, да, где как поступить, то есть не с каждым человеком так можно, да, вот какой-то момент все-таки стратегического размышления, очень может быть, что это человек и какие-то контракты подписывает, да, и какие-то вот дела, вот действительно, с ним как идет какой-то и совет, да, то есть с этим человеком уже советуются, а в будущем я вижу, что у него действительно идет такой конкретный подъем, и этот мужчина очень многого достигнет. Да, у него есть большой потенциал на то, чтобы зарабатывать, да, для того, ну, на то, чтобы, возможно, свое дело в какой-то период стать компаньоном, да, стать инвестором, возможно, какие-то акции, возможно, да, вот здесь и такой момент очень может быть. То есть этот человек умеет анализировать, вот, он умеет анализировать ситуацию, избегать каких-то рисков или выходить из каких-то рисковых ситуаций, и очень так он прагматичен. Он прагматичен в плане финансов, он очень даже прагматичен. Я вам скажу, что у него не всегда все получается. Не всегда все получается, но тем не менее, это человек, который где-то и видит какие-то и обманы, да, и очень аккуратно ступает, и очень он так взвешивает все, да, все за и против, этот мужчина. Он умеет в разговоре вывести, знаете, своего оппонента на чистую воду. Вот он очень, знаете, умеет так построить разговор, чтобы вывести человека на чистую воду. Интересный мужчина. Мне, конечно, девочки, четко выходит, что мужчина свободен. На момент вашей встречи этот человек будет действительно свободен. Каких-то обязательств, каких-то незаконченных историй я не вижу. Возможно, да, в его жизни, ну давайте посмотрим, его личную жизнь на сегодняшний день. Его личную жизнь на сегодняшний день. Вот вы знаете, все-таки этот человек как бы подбирает меру для того, для обретения вот уже истинной пары. То есть, да, возможно, у него есть какие-то, скажем так, отношения у него могут быть. Но почему-то, да, я как подбираю меру, я не спешу. Я как не спешу, да, я подбираю меру для такой вот, знаете, взаимной верной любви, и ищу женщину для взаимной верной любви, для своей, да, женщины, свою женщину ищу, я как чистую воду, да, чистый родник, это поиск, это, девочки, все-таки идет поиск, я ищу как живую воду для себя, я ищу женщину, живую воду, да, как источник, источник жизни, да, как источник прекрасного, как источник красоты. Я ищу, я как в поиске вот этой живой воды. Да, я жду такую женщину в свою жизнь. Я, возможно, знаете, где-то
я верю, что я ее встречу. Вот такой вот идет момент. Я верю, что я встречу женщину, с которой у меня прямо вот будут вот такие настоящие крепкие отношения, как источник живой воды. Это, знаете, как это точно существует, но открывается не каждому, да, источник живой воды. Это любовь, любовь, источник живой воды, любовь, источник бессмертия, да. И как я ищу вот этот источник любви, женщину как источник любви. Я знаю, что я ее встречу. Я вам скажу, что да, очень может быть, что есть, да, он нравится женщинам. Он привлекательный, очень интересный мужчина, он нравится женщинам, но как-то ожидание какое-то, да, идет. То есть все-таки на сегодняшний день, возможно, есть какие-то встречания, есть какие-то, знаете, ну, я не вижу серьезных отношений. То есть это какой-то момент ожидания встречи, поиск, да, своего источника, своей силы, своей женщины. То есть мужчина в поиске своей любимой, да, вот истинной той женщины, с которой он вот будет вместе уже. Планирует ли этот мужчина вообще серьезные отношения в своей жизни? Давайте посмотрим, планирует ли он. Да, да, вот смотрите, вышла семерка кубков. Он об этом мечтает. Вот действительно. Он как-то понимает, что где-то, возможно, это непросто. Он представляет себе, как это будет. И действительно, на сегодняшний день этот человек, да, как ищет вот этот источник и думает вот эту свою, да, женщину, он, знаете, как предвкушает момент. Он знает, что я вот ее встречу, и я буду знать, что это она. Я точно буду знать, что это именно она. И вы знаете, по семерке кубков, да, он мечтает о том, о серьезных отношениях, вообще, о серьезных отношениях. Давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, что вам нужно знать об этом мужчине, возможно, какие-то моменты, нюансы, да, вот что вам нужно знать об этом человеке, что вам нужно знать. Но опять выходит момент, что какая-то дорога вас объединит, да, возможно, это человек даже в пути, и встреча ваша очень даже уже и близка, очень даже и близка, девочки. Ну, вот это межсезонье, и выходит восьмерка жезлов, знаете, это как конец лета. Это как конец лета, и нам проходило межсезонье, да. Вы знаете, что вам нужно знать об этом человеке? Что он ваша истинная пара. Ваша истинная пара. И, возможно, да, этот человек... Не обязательно воздушных знаков зодиака. И не обязательно, чтобы вы были воздушных знаков зодиака. А этот ветер вокруг вас говорит о неком приближающемся моменте встречи. О приближающемся моменте объединения этих людей. И вот что нам карты показывают? Что вам нужно знать? Что этот человек очень даже скоро появится в вашей жизни. Очень даже скоро. И он будет вашей истинной парой. И будет от него, как знаете, как стабильность некая. Но еще я вам что хочу сказать, что в период, когда этот мужчина появится, еще кто-то будет за вами ухаживать. Еще кто-то будет ухаживать. И это будет человек, который вот непосредственно где-то прямо рядом с вами, да, будет к вам проявляться. А этот мужчина, он как появится, знаете, как абсолютное обновление в вашей жизни. И он будет ваша судьба, знаете, и с ним у вас все будет, и он ваш император. А вот эта ситуация, да, что кто-то за вами ухаживает, это как еще одна, знаете, для вас какой-то момент, знаете, чтобы запутать, да, следы, для того, чтобы вы, возможно, как-то именно сердцем почувствовали, что это ваш мужчина. Не потому, что вы одна, и тут, да, вот появился мужчина, и вы очень рады. Нет.
На момент, когда этот мужчина появится в вашей жизни, за вами кто-то будет ухаживать. И вы именно сердцем почувствуете, что это именно он, тот человек. Не от того, что вы одна, да, и вам тоскливо. И тут появился мужчина, и вы вот этому, да, как бы рады. А от того, что вы как сердцем почувствуете, что это именно он. Но девочки действительно проходят, что кто-то будет еще за вами ухаживать, какой-то мужчина. И очень, возможно, даже и интересный, да, и очень даже, возможно, вы как-то и какие-то свидания будете ходить с этим мужчиной, но когда появится вот этот ваш истинный партнер, вы это прямо почувствуете. Ну что ж, ну я прямо вижу конкретную, знаете, пару, что он вам, конкретно пара, этот мужчина. Давайте посмотрим, а чем же вы вот... увлечете этого человека, чем вы ему понравитесь вообще, да? Потому что я вижу, что очень женщина понравится этому мужчине. Чем вы его прямо увлечете, чем понравитесь этому человеку? Чем... Ой, девочки, старший аркан влюблен. Вы знаете, он как-то при первой же вашей встрече, он поймет, что, да, выбор сделан. Что вы... вы именно то, что искалось, именно то, что просилось. И вот, да, вот эти венки на воде, это прямо вот то, чего хотел, то, что искал, то, что ждал. Девочки, старший аркан влюбленный, первое, вот, да, вот чем вы ему приглянетесь. Вот именно, вот смотрите, да, нам выходило, что любовь придет на твой порог и будет просить шансов. И вот здесь у нас такой момент, да, то есть я прошу шанса и любви от этой девушки. Чем она вам понравится? Она именно то, что ищется. То, что, возможно, где-то в подсознании запечатано, как судьба, да? Как судьба. Очень, вот именно, вот знаете, как шанса. Шанса буду просить, потому что вот это именно она. Вот к ее порогу приду и шанса буду просить, да? Любовь к порогу сама пришла. И если даже нелегкий какой-то путь, я все равно его пройду. Вы знаете, что ему понравится? Вы прямо, вот идет момент, да, вы как открываете ему дверь. Вы как, он стучится в вашу жизнь, он будет стучаться в вашу жизнь. Вот чем вы ему понравитесь, давайте посмотрим. Ну, это прямо, знаете, такая молния, такой прорыв, какой-то рывок вообще в жизни. И достигнуть эту женщину, что бы то ни стало, что бы то ни стало. Ну, это, да, это как, вот смотрите, все идут, как, знаете, такие карты, как именно ее ждал, именно ее искал. И опять луна, девочки, и опять луна. То есть здесь что-то, знаете, будет как вот некий момент абсолютного обновления, да, будет. Как жизнь набирает полноты, когда эта женщина вот рядом. Ну, вы, безусловно, очень красивая женщина. Вот так, да, вот его впечатление. Вы очень ему понравитесь, как девушка, как женщина. Очень красивая, очень яркая, очень вы ему прям приглянетесь вот с первого взгляда, да. То есть выбор сделан. Я ее как сразу заметил. Я ее сразу заметил, и выбор сделан. Я стучусь, скребусь, можно так сказать, в ее жизнь, чтобы она отпустила вот этот холод, да, и чтобы в жизни началась весна. Очень интересно. Давайте посмотрим. А ваши впечатления об этом мужчине? Ваши впечатления о нем? Ваши впечатления об этом человеке? Ой, вы знаете, вот, конечно, он вам очень понравится. Я не вижу иллюзий, да? Я вижу, как вы реагируете на поступки, на то, что этот человек привносит в вашу жизнь. Он вам очень понравится, этот мужчина. Да, смотрите, человек с дороги, человек идет как из пути, и неожиданно он как добрая весть в вашу жизнь. Очень вам мужчина этот понравится. Давайте посмотрим еще. Он о вас, ой, девочки, очень хорошего будет мнения вообще о вас мужчина. И действительно, знаете, ну такая вот королева, настоящая королева.
Вот смотрите, по десятке пентаклей я вот скажу, что вот первое прямо впечатление этого мужчины, это женщина достойна всех сокровищ мира. Это то, что искалось, это то, что мне нужно. Я вот прямо, вы знаете, он с первой вашей встречи, он будет очень так настроен на вас серьезно и будет видеть вас, женщину, для серьезных очень отношений. То, что вы понравитесь, да, такую, для такой можно горы свернуть, для такой женщины, да, можно сделать все, что угодно. И к ногам ее весь мир преклоню. Ну, давайте посмотрим. А вы о нем, да? Вы о нем. Это какая-то трансформация, понимаете, по вашей жизни. То есть, ну, вот он император, понимаете? Он император. Он, конечно, вас будет очень радовать. И я вам скажу, что у вас будет вот этот момент. Наконец-то в моей жизни пришло время, понимаете, вот этой трансформации, пришло время трансформации, пришел тот мужчина, которого ждала, о котором, возможно, мечтала. Пришел тот человек, с которым я буду осуществлять свои мечты и свои желания. Я вам скажу, вам очень понравится, как этот человек вообще будет к вам относиться. Я вижу, что здесь очень такая глубокая связь образуется. Буквально, знаете, с первой какой-то вашей встречи. Я не вижу каких-то препятствий со стороны мужчины, что ему там что-то мешает, что его там что-то где-то тянет, каких-то незаконченных историй. Нет, этот человек очень даже будет готов на открытые и очень красивые отношения с вами. Боже, девочки, я вам скажу, конечно, здесь старший аркан Солнца, что между людьми. Безумное притяжение и действительно очень большая перспектива на развитие этих отношений. Очень большая перспектива. Вы знаете, что здесь прямо будет тянуть друг к другу. Будет тянуть, и вы знаете, вот здесь даже будут такие моменты. Я вам даже хочу сказать, что это и судьба, и вот это такое единение. Я бы даже сказала, что это вот такое близнецовое пламя, когда люди как находят друг друга, потому что ну вот такое сочетание карт очень сильное. И это как притянет их друг к другу, этих людей. У вас очень большая перспектива с этим человеком. Не просто, знаете, на любовь, на романтику, а на больше и больше. Да, это судьбоносный человек в вашей жизни. Однозначно. Однозначно судьбоносный человек. Да, человек, в объятиях которого вы будете счастливой женщиной. Давайте посмотрим, как же будут развиваться эти прекрасные отношения, да, это такая яркая и жаркая любовь, как будут развиваться эти отношения. Вот вы знаете, вы оба будете как поливать эту любовь. Вы будете создавать эти отношения. И это такой мостик будет выстраиваться с обеих сторон. То есть здесь, как и мужчина, да, будет расположен очень на построение этих отношений, так и женщина будет очень расположена на построение этих отношений. Вы с ним будете очень счастливы. Да, этот человек будет вас сильно баловать. Потому что вы его вот такая, знаете, принцесса, которую он будет украшать. Вы его такой прекрасный белый лебедь. Да, его пара, его партнерша, и этот мужчина, он действительно будет вас баловать. Я вам скажу, что у мужчины есть на то ресурсы, есть возможности, и самое главное, будет желание, да, баловать свою любимую, исполнять ей где-то ее желания и ее капризы, и строить с ней будущее, да. Как будут развиваться эти отношения? Это такое семейное спокойствие. Вы будете очень счастливы с этим человеком, да? И он, знаете, будет желать, вот он вас видит таким прекрасным лебедем, да, принцессой лебедь. И он будет желать и для вас быть вот таким лебедем, то есть вашей истинной парой. Да, у вас идет момент, боже, девочки, несмотря на то, что у каждого человека есть какие-то моменты, а получится ли, а сложится ли. Но очень быстро это все развеется, очень быстро. Я вижу, что этот человек будет очень красиво проявляться к этой женщине, да. И желание быть рядом с вами. И если чуть на расстоянии, да, тревожусь. И если чуть на расстоянии, печалюсь, да, без нее, не могу без нее. И потому, вы знаете, вот эта пара войдет в десятку кубков. У вас с этим человеком очень-очень перспективное будущее. И я бы сказала, что да, здесь действительно мне проходит как пламя между людьми, да. То есть это момент, вы очень будете подходить друг к другу. И в каких-то
знаете, своих искренних желаниях, своих физических предпочтениях, своих, знаете, таких моментах. Но это всего лишь, знаете, как отношения выстраиваются, как прекрасные, да, произведения искусства, да. А вот отношения мужчина-женщина, это вот действительно ваши отношения, это как произведение искусства. Вы как будете вкладывать лучшие в эти отношения. Каждый понимает свои какие-то минусы, да, но вы как друг друга будете делать лучше. У вас очень большая перспектива на развитие этих отношений. Здесь, конечно, большой очень потенциал на развитие. И здесь люди будут стремиться и придут к объединению десятки кубков в своем прекрасном, счастливом будущем. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Желаю осуществления этого расклада в вашу жизнь. Желаю вам смелого и благородного мужчину, который сделает вас воистину счастливой женщиной. Вот такой у нас расклад. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду очень-очень рада. До новых встреч!